Авиакатастрофа в Закарпатской области повлекла смерть начальника штаба Одесской авиационной эскадрильи Виталия Мамонтова. Во время проведения воздушной разведки в районе населенного пункта «Русский Мочар» Закарпатской области 4 июня примерно в 15:00 была потеряна связь со специальным самолетом госпогранслужбы «Diamond J-42». Сегодня в 5:30 утра сводная поисковая группа МЧС МВД СБУ в горах обнаружила обломки самолета и тела трех членов экипажа. Среди погибших командир «Даймонда», начальник штаба Одесской авиационной эскадрильи Виталий Мамонтов, штурман Александр Лысенко, бортовой оператор Константин Оголюк. Как сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы Украины, в данный момент ведется следствие, в ходе которого определят, что стало причиной катастрофы. Подробнее смотрите в наших следующих выпусках.